Здравствуйте. Мы находимся в двухкомнатной квартире площадью 65,2 квадратного метра. Рассмотрим прихожую площадью 9,5 квадратного метра. Здесь расположена большая ниша, в которой поместится шкаф для одежды и обуви. А еще здесь можно поставить небольшую тумбу, на которой будет стоять ваза со свежими цветами. Пройдя вперед, мы видим совмещенный санузел площадью 4,3 квадратного метра. Рядом с ванной комнатой находится спальная комната площадью 14,9 квадратного метра. Поставьте красивую мебель, расположив ее таким образом, чтобы вам было комфортно. В этой комнате легко воплотить самые оригинальные идеи. Из комнаты открывается выход на лоджию площадью 3,2 квадратного метра. Уверены? Вы сможете использовать это пространство так, как будет удобно именно вам. Задумайтесь о том, чтобы поставить здесь мягкое кресло, греясь в лучах закатного солнца, и погрузитесь в чтение захватывающего детектива. А сейчас перед нами открывается вид на комнату площадью 20,6 квадратного метра. Предлагаем задуматься о размещении в этом пространстве гостиной. Большая площадь отлично подойдет для проведения досуга с друзьями. Игры в приставку на плазменном телевизоре, командные игры на скорость мышления, море веселья и уюта в доме вам точно обеспечены. За соседней стеной находится кухня площадью 12,5 квадратного метра. Это пространство идеально подходит для приготовления самых вкусных блюд родным и близким. Вашей семье не будет здесь тесно. Вы будете проводить время вместе в комфортной обстановке, общаясь и ласково подшучивая друг над другом. Из этой комнаты предусмотрен выход на лоджию площадью 3,2 квадратного метра. Здесь можно поставить сушилку для одежды. Развешивая белье, не забудьте полюбоваться потрясающим видом из окна. Юг Строй Империал. Жилье со знаком качества.